полпятого приехал в центр. Это Виктория Парк. Такой вот. Я сильно показывать не буду, здесь ничего особенного. Парк, какие-то статуи, наверное, в связи с освобождением. Тут какое-то государственное здание. Там терраса большая. Здесь рядом тоже какие-то старые здания, может, государственные. Land Title Building. Там рядом тоже другое. Написано, это первая баптистская церковь. Ну нифига себе, церковь. Я думал, государственное здание. А это спортивная Hall of Fame. Как говорится, здесь все спортивные достижения собираются. Stonehall Castle. Выглядит как простой дом. А называется что? Каменная замок, каменная крепость. Немножко выглядит, может быть, сбоку. Больше меня привлекает дома вон на той стороне. Интереснее два штуки. Посмотрим сейчас. Вот здесь стоит красивое старое здание. Сбоку вон на двери. 1914 год. Видно, что такое постройки примерно. Сбоку пристроено новое здание. Обзор на какой-то канал здесь. А. И какой-то виллу остров. Вот он. Я так думаю, может быть, часть старой речки. Кататься можно на платформу, наверное, на лодочке кататься, на бодярках плавают. Стадион проезжаю мимо. Такой вот большой стадион. Приехал я вот такой вот. Сейчас это музей. В память этим RCMP, это вот полиция в красной одежде, которая создалась в 1882 году, и они были сначала, здесь написано, Форт Валш, где я сегодня заправлялся, потом перенеслось она сюда, потом здесь осталось депот в 85-м, а с 20-го года они в Оттаве. И с 2007 года построили вот это вот здание. Красивое выглядит так вот. Крыша. Сейчас пройдемся, посмотрим. Конечно, закрыто сейчас уже. Уже после 5. Вот тут садник полностью из зелени сделан. Сейчас туда пройдемся позже. Вот в этом здании, как говорится, до сих пор обучаются эти полицейские. Вот у них называется, на машине тоже стоит R. CMP. Это не простая полиция, а вроде... Не знаю, какую роль точно выполняют. Старая машина, конечно. Пройдемся вокруг, посмотрим, что здесь представляется. Потом поеду еще одно место посмотрю. О, заяц побежал. Какой он крупный. Заяц. Здесь вот представляется, что-то в 2007 году здесь что-то было. Не знаю. Здесь как менялась их одежда, вроде представляется. Такие вот колонны. Можно заходить. Это действует как, частично, так понял, как музей. И как обучение тоже. Вон, кровати. Как выглядит у них это комната обучения. Как жилище их не выглядит, показывается здесь. Или что? Ну да, в общем, это все музей, если смотреть. Вон видно. Какие машины были у них. О, нифига себе, у них гусеничная техника была. Интересный музей. Сюда бы прийти, но я уже... Я, может быть, в следующий год сюда заеду и покажу вам этот. Потому что у меня сейчас времени нет, и я не хочу сильно задерживаться. Но место интересное. Вот это как представлена полицейская техника здесь. Новые машины, старые машины. Вот какая вот старая. Этот самолет, наверное, тоже участвовал в обучении или доставке полиции этой. Интересный такой вот двухмоторный самолет. Алюминиевый полностью. Спереди защита такая вот. Ну, я думаю, это уже сейчас сделали. Вот сетка спереди. Раньше такой не было. В 1937 году этот самолет начал выполнять свою работу.
И в 70-х годах он перестал, вышел на пенсию. И в этот момент он пролетел уже 11 286 часов, или в километрах 3 миллиона 270. Вот его данные. Он привозил также груз, снабжение, полицию и этих преступников. Летал он по Канаде и в Атлантику тоже. На юбилей 150 лет сделали вот такую вот лошадь. У ней сама скульптура сделана из железа, а внутрь везде напихали вот эти вот травы, зелень, которая росла. Плюс лампочки вокруг еще. Ночью получается подсветка еще. Красиво. Здесь находится Лютер колледж. Нифига себе. Лютер, началось все у него, его опоздание, его религия, началось все в Мальброне. А Мальброн от меня в Германии буквально в километрах 30. И здесь его колледж получается, в честь его. Здесь зоопарк везде. Вон там заяц сидит. Только что пробегали куропатки. Теперь заяц сидит, вон спрятался. О, встает. Дёру дал. Как он попрыгал. Приехал на следующую точку. Называется здесь Government House. Фотография 51 года. Как выглядело. Вот он спереди. Здесь сад такой вот. Пройдемся, посмотрим. Здесь какое-то современное здание. Наверное, государственное. Построено было 1891 года. Residence of Lieutenant Governors of the Northwest Territories. Такого-то года и Саскачеван другого года. Короче, это компания, которая вот... Тут несколько компаний в Канаде были, которые торговали. Скупали все у индейцев, у местных жителей и увозили в Европу, и на этом наживались. И вот получается несколько таких вот под вид вилл остались существовать, использовать сейчас как музей. Что-то здесь было пристроено. Здесь было также большое здание, как бал, и пару жилых комнат, где жили. Вот эта вот часть может быть более старая, потому что это какой-то новодел выглядит. На входе такой вот герб. Почему-то бобр несет корону, потому что он самый больше приносил денег. Аэропорт рядом, не дает мне взлетать, поэтому приходится так вот показывать, что видно. Вот там вот сам центр, но он небольшой, пару вышек буквально. Интересная тут вот дорога, тут вот пару старых зданий. Может, старые фабрики, что-то еще вот такие вот. Здесь одна линия вдоль железной дороги. С 1 сентября, 7:30, я спал сегодня хорошо, встал пораньше. Сейчас, наверное, стою на чьё-то участке, потому что здесь траву кушать, все такое вот. Но я ночью нашел на карте вот тут, подальше от города, такое тихое место. Сейчас машину завел, прогрелась немножко, и все. Покидаем это место. Спасибо этому месту, что здесь хорошо. Тихо заночевал. От трассы отъехал примерно 0.5 километра. Но все равно было слышно трассу. И этот поезд, который проходит возле трассы, тоже слышно было. Ну а так спокойно спал, отлично. Лучше, чем в городе. В городе все время там этот транспорт шумит, не мешает. А здесь уехал вот такую вот дорожку. Просто интернете все время просматриваю, где заночевать. Карту Google Maps просматриваю. Вот там, я так думаю, человек живет. Это его весь участок. Надо сваливать, пока человек не пришел, не прогнал. Лучше самому уйти. Все, сейчас направляюсь в путь, дальше в Манитобу. 550 километров до моей точки. Вот и проезжаю фермера. У него на заднем дворе стоят старые траки 40-х годов. Вон там. Вон, видно, машины старые. Людям, не знаю, они просто ставят это вот генерациями здесь живут, наверное.
Вчера вечером я еще на пару часов заехал к знакомому, пообщались хорошо, накормил меня, дал в дорогу тоже борщ. Попробуем сегодня на обед борщ. Я очень доволен, пообщались, потому что долго не виделись. Приезжаем еще одну свалку старых машин. А этот музей больше выглядит как музей. Прям что-то... Надо будет на следующий год заехать сюда. Посмотреть, заснять. Что-то очень много машин, и он их выставил прям так хорошо, красиво. До Брэндона 140. Я еще по Саскачевану еду. А здесь цены, я посмотрел вчера в городе тоже. 164 в среднем. Дороговато, конечно. Я надеюсь, в Манитобе подешевле. У меня примерно уже меньше полбака. Ну, до моей цели хватит. Но в Манитобе надо будет заправляться немножко. Потом уже дальше, уже потом буду ехать через Америку, там дешевле, там буду заправляться. 11 часов, я уже в Манитобе, ну разницы не вижу никакой, как было все прямо, так и осталось все прямо. Не доезжая до города Брэндона, я сворачиваю направо и уже буду продвигаться немножко на юг так. Вон небольшой музей тут присутствует, церковь маленькая, старая, наверное, восстановили. Часто вдоль дороги есть интересные места, где можно остановиться, но я не хочу. Я тоже сначала думал, на обратном пути заеду еще к другу, у которого я уже был, когда начинал путешествие на мотоцикле. Но думаю, зачем? Один раз в год хватит. Не надо часто делать. Он фермер заготовил сено для своей скотины. Много. Значит, большой у него. Или он продает? А нет, значит, у него есть скотина, у него вот трейлер привозить коров. А где тогда сами коровы, я не вижу. А, на задах вон пасутся, там видно. Старая техника, заброшенная территория. Если бы на мотоцикле ехал, я остановился бы там поторчать, посмотреть. Там все заросшее. Все, я свернул с трассы номер один. Сейчас я еду на юг. Потом налево, какое-то время, потом опять направо, налево, направо. Так вот, немножко змейкой спускаться на юг немножко. Вон озеро проезжает. Сколько здесь уток? Много разных видов. Маленькие, большие. Болото, короче, здесь все. Вон. Я думал, где-то возле воды остановиться, пообедать. Еще немножко рановато для обеда, конечно. Но здесь болото, здесь не подойдешь нигде к воде, чтобы посидеть у водички. Надо посмотреть, может быть, какие-нибудь другие озера или речку найти. Чтобы приятно провести время во время обеда. По Манитобе едешь, и видно, здесь побольше деревьев, и как будто население немножко побольше. Потому что везде вот эти вот островки деревьев, это жилая местность. Там внутри спрятан домик, ну, хозяйство, там люди живут. Или фермер частично. Или вот такие вот... части леса встречаются, лесополосы. Ну, вот то, что сейчас проезжал Альберто, Саскачеван, там, конечно, особенно Саскачеван, такой лысый. Одни поля и все. Ну, дорога здесь немножко убитая. Конечно, это не Trans-Canada Highway, поэтому здесь убитая. Еще она убитая, потому что грузовики ездят с двумя прицепами. И это перевес, и сами люди, которые ездят на грузовиках, говорят, да, мы ездим, но этим убиваем тоже дорогу, потому что перевес. Дорога плохая становится. Я через небольшое поселение, Сорис называется. Сейчас после нее будет еще меняться трасса опять. Ого, здесь 167, нифига себе. Дороговато. Вот вода сбоку. Думал, надо сюда тормознуть. Я уже пролетел, развернулся. Потому что тут вот идеальное место, видно как будто небольшое место для отдыха. Сейчас парканемся здесь. Вчера я еще вот где в Walmart парковался, в городе Регина. Вот еще забежал по-быстрому, вот увидел сыр со скидкой 3.23. Вот мне понравился, я уже один раз брал. И пакетик удобный, можно открывать, закрывать. Хороший сыр. Вот такие вот в дорогу тоже хорошо. Если голодно, быстро съел со скидкой, вот почти полцены. И вот такие вот я уже пробовал, цена стоит 3.50, а я вот за $2 взял. Тоже вкусненькие.
Но главное, чтобы жарко не было, а то шоколад плавится. 12 часов. Я буду сейчас обедать вот на такой дамбе. Вода немножко грязная, конечно. В ней я бы не купался. Не знаю, всякие истоки, всякие притоки. Потому что вокруг фермеры, поля, которые пыляются, обрызгиваются и все такое вот. Пахнет вроде нормально такой вот свежей водой. Не пахнет какой-то вонючей жижей. Построено в 2003 году, написано. Вот у меня борщ. Вот в таком вот термосе мне дали. Вот такой крепко красный, много свеклы. Я сюда кинул свою приправу. И сейчас будем вот с такими сухарями кушать. Сухари тоже сейчас закидаю сюда. Пообедали немножко, отдохнули. Гуляли немножко. Полынь растет здесь. Вот почему-то я ее не видел в FBC, в Саскачеване, чуть не замечал. А вот тут, а вот в Манитобе она есть. Вот ее везде полно. Я люблю ее запах крепкий, пахучий. Она помогает также. Отец, если жаловался на желудок, там что-то, она делала ему, как говорится, отвар из этих сушеных трав. И он пил. Горькая, очень горькая горечь. Ну, говорят, помогает, не знаю. Осталось 90 километров. Дождик пошел, хотя не было видно. Ну, такие светлые тучки вроде, но пошел дождик все равно. Информация про расход. Я в горах, когда ехал, я ехал 90, и у меня расход был примерно 10. Потом покинул я горы, равнины начались. Я поднял скорость на 100, но расход был примерно 9. Потом я заправился в последней заправке в Альберте. И у меня еще был 9 расход, а потом уже вот после Регины города начал расход увеличиваться. Сначала 10, потом 11, потом 12. Я уже скорость скинул, уже еду 90, и она вот сейчас остановилась на 11. Или что-то с машиной, или бензин, который я заправился последний, который подешевле бы, может он некачественный, может быть примеси какие-то там, чтобы дешевле продавать. Я вот думаю, что больше бензин, чем что-то в машине. И вот из-за этого, то, что расход увеличился, у меня прям впритык не хватает бензина до цели. Может, хватит, может, не хватит. Я поэтому скидываю скорость, если что, скину на 80, чтобы... Или найду по пути более дешевую заправку. Вот, только что заправился 1.44. Но это еще хорошая цена. Хотя в интернете я посмотрел только что, заезжал в Тим Хортон, посмотрел, там было написано, что 1.50, что-то такое. Ну, вот здесь 1.49. Это соседняя деревня Морден, городочек. Я не доехал до Винклера. У меня оставалось 2 километра. Я так уже боялся, блин. Ну, до этого я остановился, конечно, в Тим Хортон. Там в интернете поторчал, загрузил шорты немножко. Сейчас, конечно, тоже еще. Вот до Морден, до моего городка еще 20 километров осталось. Я заправил побольше, потому что, чтобы хватило до Америки, до границы США. Это не сейчас еще, может быть, на следующей неделе я уже поеду в США туда и по южной стороне Lake Superior поеду. Потому что в США бензин дешевле, там и товар дешевле, потому что 5% налог там только в нескольких провинциях. Да и теплее там ехать, что я буду по северу ехать. Я также на разборку машины заехал. Смотрел, во сколько они закрываются, они в 6 закрывались, поэтому я еще сгонял по-быстрому. Спросил, сколько зеркала, вот, потому что само зеркало целое, но вот эта вот пластмасса вокруг вся, она вот вверху в угол сломанная. Он пошел, показал на пикапе, уже снятое, открученное уже полностью, 100 баксов хочет за нее. Ну, дороговато. И он говорит, это зеркало, вот само зеркало, стекло, оно не отсюда, потому что у этого года не было вот маленького зеркала в углу. Она также выглядит, как на той стороне, без маленького зеркала. 100 баксов для меня что-то дороговато для бэушного, потому что мне кажется, в Онтарио, если я даже там зайду, у него, может быть, дешевле я куплю. Я узнаю, я ему позвоню, узнаю, дешевле у него или нет. И завтра, может, в Форд-дилеру заеду, узнаю, сколько такое зеркало стоит, чтобы узнать, каким ценам придерживаться. И также пластмассовая штучка там, я думаю, это железная, оказывается, пластмассовая штучка, которая заднюю дверь у пикапа там открывает вниз. То, что там у меня не хватает этой, я думаю, железная штучка. Он за нее 10 штук хочет, 10 долларов хочет за нее.
Я говорю, многовато, потому что в Онтарио я бы даже не спрашивал, я просто вытащил бы и бесплатно забрал бы. Ну, $5 согласен платить, это же не железная какая-то, это пластмассовая. Почему на моей она потерялась, неизвестно, ну, на этой машине. Это же не моя машина, я почему-то говорю, что моя машина. Город Винклер, здесь 153. Дороже, конечно, здесь бензин, почти на 10 центов. Я вернулся на мое любимое место здесь, Walmart, Винклер и городе. Я здесь много времени проводил все время. Сейчас здесь я буду ночевать тогда. Никуда не поеду. Сейчас пойду загружать видео. Чуть поужинаю, потом пойду загружать видео. От последней заправки до сюда я проехал 12 километров, и моя машина показала, что расход опять опустился на 9 литров. Я очень рад. Но получается, что предпоследняя заправка в Альберте, где я залил полный бак, там я получил некачественный бензин. И последние 150 километров у меня расход увеличивался все время. Получается, это некачественная жижа, она плавала вверху, и со временем она опускалась вниз, и когда она достигла того уровня, что надо использовать эту жижу, то пошел расход, увеличился расход. И неосознанно я, конечно, это решил бак до конца использовать, что приехал до заправки, оставалось только 2 литра, и теперь залил уже качественное, и уже нормальный расход. Я так и думал, что проблема в бензине, не в моторе. Будьте осторожны на будущее, я тебе тоже буду осторожен, что дешевые заправки могут, оказывается, добавлять. Я не знал, потому что некоторые говорят, такое в Канаде не делают. Может, только где-то в России еще где-то делают. Ну, здесь тоже, видать, такое делают.